Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казоку Фэмили, и это уже, наверное, 10-я часть. Я хочу сказать, что я, наверное, сделаю перерыв в плане записи, наверное, Ассасина, но это будет ненадолго, мне просто нужно посмотреть фильмы и сериалы. Вот, контент я буду выкладывать, который уже отснял. Но не волнуйтесь, мы к Ассасину вернемся. Вот, а пока тарабанит этот хрен, делайте чаечек, кофеечек, а мы погнали. Вот мы уже костюм перекрасили, я в стиле Братства Крови сделал. Но это не столь важно. Шансы и демонстрации недостаточно, Сэм. Надо действовать. И я имею в виду не письма с упреками. Я понимаю ваше недовольство, господа. Но и вы можете понять мое нежелание тревожить улей. Скумбрия, тунец, сельдь! Тори будут жалить нас в любом случае. Мы хоть сравняем счет. Так. Ну, розыска у нас тут нет, это уже хорошо. Так. Я едва перебиваюсь. По следу Джонсона. А, Конор, здравствуйте. Что привело вас в Бостон? Вы. Простите нас, господа. Спасибо. Наш разговор грозил уйти в неприятное русло. Итак, чем я могу помочь? Мне нужен Уильям Джонсон. Вы мне поможете? Конечно. Я направляюсь на встречу с теми, кто сумеет вам помочь. Присоединяйтесь. А чё эти отстраняются? Лунная походка, мужик, серьезно? Лунная походка тут. Приятно видеть, тут, что люди наконец-то восстали против несправедливости. Неплохо получается, мужик. Сказал человек, у которого есть трап. Кто? Сари? Мои слова не расходятся с делом. Она свободная женщина. Хотя бы на бумаге. Взгляды людей изменить сложнее. Увы, несмотря на прогресс, мы цепляемся за это варварство. Так выскажитесь против. Сначала нужно отстоять наши права. После этого мы сможем заняться другими делами. Вы говорите так, словно ваша участь не легче рабской. Это не так. Скажите это тем, у кого квартируют британские солдаты. Или тем, чьи... Эй! Это мой дом! Что бы вы ни говорили, ворюги! А если мое имущество нужно этим пням из парламента, пусть плывут за ним сюда сами! Хватит болтать языком! Живо открывайте дверь, или ее выбьют! А черт, мы заходим! Полагаю, достаточно доказательств, Конор. Идите дальше. Я догоню вас позже. Помогли бы мне! Нельзя брать чужое! Это все, что ты можешь? Да, смотрите! Ну же, краснобрюхие! Быстрее! В смысле, быстрее что, блядь? По делам им. Пусть только попробуют снова прийти. Вы в порядке? В полном. Не в первый раз дерусь. У этих лисят острые зубы и когти,
Но дерутся они как щенки. Спасибо, дружище. Я бы купил вам Эля, но меня давно кое-где ждут. Еще. Если тебя не потрясло мое предложение, так. Ты, наверное, спятил. Что за знак? В смысле? Блять, от троих надо избавиться. Вы чё там, блять? Охуели? Пиздец. Консервы матушки Барнхэм. Вкуснейший джем и желез фермы на вашем столе. Давай, мужик. Угу, да. Thank you very much. Воу. С этими дядьками я бы не сражался. Кому Boston Weekly Advertiser? Хм. Это идея. Так, стоп. Люди в Нью-Йорке и Филадельфии чай отослали обратно. Его забрал сам город. Но здесь грузополучатели упрямятся, тем хуже для них. Свежие Weekly Advertiser. Почему с прыжка нельзя прыгать, как в той части? Вот он, сядь! Поганые негодяи, вот вы что! Лучше твое! О, солдат, блядь, присоединился. Проклятые сволочи! Мужик, я тебе советую валить нахуй отсюда. Блядь, я тебя предупреждал, а вы, блядь, не захотелись, блядь, долбоёбы. Ну чё ты теперь будешь делать, а? Сосунок. Я тебе, блядь, говорил, что ты сосунок, нахуй. Куда? Блять, сука! Ты, сука, взятку должен быть, блять, ублюдок, блять, забрать! Ты пидорас! Блять! Сука! Ты, блять, хули! Пиздюк, блять! Подставщик ёбаный! Взял меня уёбок, блять, подставил! Да нисколько не можно, блядь, а съебитесь. Возникают, блин. А я только думаю, что это за знак там, в принципе. А это хуйня, блядь, оказалась. Капец. Сборщик налогов. Я хотел, конечно, комментарий кое-какой сделать про сборщиков налогов современных, но не стану.
а то это будет являться какой-то пропагандой неудачной шутки. Я думаю, все догадались, что я хотел шуткануть, ну ладно. Казуко Фэмили иногда просто угорает над всякими ситуациями. Да, но именно в игре. К реальности никакого дела вообще не имеет. Так, тихо, дайте пройти, я всего лишь бегу к своей цели. Это вот эта дверь, что ли? Ну да. Коннор, хочу познакомить вас с моими друзьями. Владелец этого славного заведения Уильям Молино и управляющий повар Стефан Шафо. А, мы с Коннором как раз столкнулись с солдатами. Сборщик налогов хотел вломиться в мой дом. Эти сборщики наглеют с каждым днем. Нужно заняться этим, Сэмюэл. Пора поднять знамя. Сделать что-то, чтобы дать людям знать, они не одни. В порту неспокойно. Недовольные пикетируют поставки британского чая. И весь город глаз не сводит с этой сцены. Бостон из лишённый чая опасен. Уильям Джонсон сгружает чай тайно. Его человек пытался продать мне это. Я отказался, но вот образец тех кораблей. Взгляните на печать. Джонсон просит втридорога. Те, кто согласился, озолотят его. Где он сейчас? Я с ним не знаком. А зачем вы его ищете, Коннор? Он хочет купить землю, на которой стоит моя деревня, не спросив согласия у моего народа. Без всякого сомнения, доходы с этой контрабанды идут на покупку земли. Без сомнения, этот налог на чай поощряет контрабанду. Думаю, те же, кто задирает налоги, продают чай. Сцене нужен спектакль, я знаю нужную пьесу. Я понял, что сейчас будет за момент. Коннор, ступайте в порт и займитесь уничтожением чая. Если что, приходите сюда. Идите, Коннор. Да, вот что это за знак? Почему он внутри? Поторопитесь. А, Коннор, люди Джонсона по всему Бостону таскают контрабандный чай. Увидите ящики, попробуйте перехватить поставку. И эти чертовы сборщики налогов опять за свое. Проучить бы их как следует, а? Идите, Коннор. Да не выгоняй меня, я понял. Простите. Эй, полегче! Так. Ох, мать твою! Веселая задачка предстоит. И как его уничтожать? Так.
непростая миссия в плане того, чтобы... Ну, мы-то с тобой лучше знаем. Не понимаешь? Ему же... Так, там прохода нету, да? Ладно, ладно. Хер моржовый. И форма обтягивает в нужных местах. Блин, быстрей. Быстрей, 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 быстрей. Капуста, салат, зелень. Надо найти выход. Где же? А, всего лишь 3 штуки надо было. Так. А это что такое? Что за контракт на освобождение? Это как? Чего, блядь? Кровь. Отличный выбор. Вижу выпечку для взыскательных рестораторов. Не сомневайтесь, такое предложение раз в жизни встретишь. Мне просто интересно, это задание доповское или нет, это задание. Так. Лук, чеснок, вода. Там проход есть, да? Это хорошо. Ты нам что-нибудь скажешь, мужик? Чувак, здорово. Коннор, поздравляю! И сборщики, и контрабандисты в ярости. То, что надо. Как закончите, возьмемся за корень зла. Ох, ладно. Кончим, закончим, не знаю. Наверное, это доп. Задание все-таки, да? Окей. Погнали тогда на... Так, стоп, а я могу? О, могу. Зашибись. В смысле недоступно? Ну, так неинтересно. Ладно, пофиг. Тон-тон-тон-тон-тон-тон. Так. Малышня, валите нахрен отсюда, достали дети. Негров. Ого. Далековато, однако, да. Далековато.
Вернись, ты! Так это Ирине. Попробуй подходи. Он пытается уйти! Меньше, чем у вяленой трески. Игра не стоит свечи. Что это такое? Я половину этих имен и не выговорю. Они наверняка их нарочно выдумывают, чтобы дурить нам головы. А это что, типа, отмечено, наверное, просто? Да ёб твою мать, перезагружай. Я с тобой разделаюсь. Ты, сядь его. Быстрее! Вот он, сядь! Блять, а это не контрабандный вот груз? Думаешь, мы тебя не поймаем? Держись по бокам! Да нах пошел. Ублюдки нах. Так, стоп, а его можно просто тупо выкинуть? Смысл не лежит. Вау! То есть они вообще куда-то свалили, да? О, тут далеко что-то. Так. Только это далеко. Так, ну есть вариант только сюда свалить. И... Блять. Так, ну я, пожалуй... Блин, не хотелось бы, конечно, так делать, но... Что поделать-то? Блин. Слушай, а если вдруг стрельнут, сработает? Да лук достань, блядь! Даже такая бравада будет не по вкусу. Да я понимаю, дайте мне лук взять, заебали. Ладно, короче, достали, ребят. Почему кулаки, блядь?
Хорошо. Блять, есть там трупаки, у которых винтовка, блять? У меня нету патронов. Ёб твою мать. В смысле, чё по новой? Не понял. Ну чё за прикол? Блять, я что-то логики игры не понимаю. В чем прикол? Тут, блядь, не только нахуй с управлением какая-то подстава. Тут еще, блядь, подстава из подстав нахер. Куда его, блядь, бросить? Ой, как же мне этот момент мозг выбит, отвечаю. Пока я, блядь, разберусь, как это, блядь, сделать, я, блядь, охуею. Тебе конец! Не сдавайтесь, парни! Ну давай, блядь. Заебал, пацан. Ёбаный в рот. Согласен, они, блядь. Отнять эти игрушки. Ну. И чё это, блядь, значило? Он пытается кого-то напугать? А, понятно, где груз, блядь. Лучше здесь с этим не ходить. Сука, это я долбоёб. Так. Не заметил, блядь, где груз. Эй. Это рискованно. Это не только рискованно. Это еще и тупо. Так, подожди. Блять, у меня один розыск, теперь его, блять, надо снять. Ёбаный в рот. Да, блять, мне не надо так, блять, переходить. Винтовку, блять, возьми. Конор, блять. Конор иногда, блядь, тупит, нахуй, Конор. Да ёпарасете. У него могут отнять эти игрушки. Мне говорят, я... Жуть, а вы гляди, стража придет. Чувак, смотря от чего жуть. Если будет упорство, у тебя оружие от него. Так. Он разберется с нарушителем. Ну, блядь, прыгни. Не
Винтовку я уже не могу забрать, да? Клёво. Я винтовку проебал. Зашибись. Может, это к лучшему, я не знаю. Блять. Иногда просто... Вот эта интерактивная камера... Меня просто убивает, блять. Эх, мужик, жалко тебя. Ты кто? Стой, где стоишь! Блять, ребята, вы не пошли бы нахуй? Как бы сейчас будет большой бум, блять. А вы такие... А ну, вот вы такие, может что-то это, блять. Ой, блять. А ну, стой! Будет потеха, да? В смысле, блять, потеха, блять? Твоя смерть будет потехой, долбоёб. Будет в башке дыра. Твоей, да? В моей нет. Дебил от куска. Давай, убей эту свинью. Пожалуйста, не убивайте меня. А мясо-то с душком. Эй. Ой, блядь. Че-то... Ассасинов? Неплохо. Я ничего плохого не делал. Пощадите. Так. Пожалуйста, не убивайте. И где? Да, блядь, я понял. Можно дальше, как бы, по сюжету продвинуться, нет? Блядь, вот эта синхронизация просто, блядь, вымораживает. Так. Знака пока я никакого не вижу, да? Это что такое было? Задание поместье? А, уже и поместье появилось. Так. Блин, мне бы патрончиков купить. Один патрон — это хуйня. Вот продавец, да? Отлично. Он мне и нужен. Консервы матушки и Барнхэм. Вкуснейший джем так. И жилет сердце на барке. Фух. Все, что можно купить и продать, вы найдете здесь. Да, при записи игра, конечно, жутко лагает. Это явно. Так. Чего желаете, mein Freund? Я желаю, потребляем ударную. А, ну это так же было, да? 4. Скорость плюс 1. А, короткая была самая. Плюс 2, плюс 1. Не, по-моему, у нас лучше. Так. Что за наряды? О, коричневые.
смысле патрон запнул? А! Вот. Ну, вроде все. Так, погнали. Погнали. Не допустим этого! Пусть гниет! Так, а там где? Опять в красном, да? Нет. Стефан, что стряслось? Где Сэм Адамс? Не знаю. Меня ограбили. Я перевез сюда ценности, но пока меня не было, кто-то все украл, мерзавцы! Куда это вы? Вернуть мое имущество. Ну окей. О, Хегарде! Красные мундиры хотят получить тряпку! Да, блядь, я оружие хотел подобрать. Надо пойти другим. Ура! Расправим этих шайников! Стражи не одобряют отношение оружия. Пусть несите его! Дайте им ради меня, братец! Стефан вообще, блин. Терминатор, сука, Стефан. Айди бэк, Стефан Шахов. Получают по заслугам. Проучить добрый! Краснопузых гадов! Получают по заслугам. Пустите кровь Томми. Надо скрасить дьявола. Это плохо. Кто-нибудь пострадает. Проучите и верить своему королю по частям. Надеюсь, он не будет это использовать. Проучить Томми. Да проучите его, негодяя. Надо пойти другим путем. Пустите кровь Томми. Им ради меня, братец. Мы не британцы. Не подданные короля. Мы не рабы. Но король ждет солдат, чтобы помыкать нами! Они не хозяева! Это наш город!
Показываем, чей он! Куда он, Стефан, пошел? Вот вам королевский мир! Чёрт, вы со мной! Проучи, Торси! Возвращается в Англию в гробах! Стефан, прошу! Послушайте меня! Я слушал слишком долго! Эти грабители врываются в мой дом! Я отомщу! Виновные заплатят сполна! Их дружки! Voilà trop longtemps que je subis ces affronts. Ils vont goûter de mon courroux. Глаза у него просто бешеные. Так. На драку нарываешься, Томми? Я тебе ее обеспечу. Блин, подбери оружие нахуй. Никому прав преподать урок доносчикам! Долой! Деспоты! Погнали, погнали, мужик, погнали. С тобой Казуку Фэмили, чувак, не очкуй. Оружие бесит стражу. Я не новенький, я золотой. Что? О, хоть сохранение было, и то хорошо. Ему лучше разоружиться. Патруль скоро избавит его от этого. Эй, Томми! Ваш король, свинья! Да... Тебе конец! Да, сука, блять, я стрельнуть хотел, уёбок! Не попал! Ты чё, сука, блять, бородатый чмо? Блять... Ебать, ты охуел, блять, мразь! Два бородатых чокнутых долбоёба, блядь. Пидорасы, блядь. Нахуй пошел. Ебать, да ты еще живучий после выстрела, ебать. Ты чё, блядь, олень? Ты кто такой, блядь? Ебать, ты охуевшее чмо, блядь. Уевший чмошный, блядь. Ебать, охуели, блядь. Да, блядь, с этой дистанции ёбаной, блядь. Ебал я ее в рот, блядь. Стража разберется с нарушителем. Маш, не как в цепи захотел. Так. Нет, спасибо. Вчера я до поздней ночи принимал шнапс. Сегодня не домогаю. Но уберите. Что за болван? Тебе конец! Раз-два ты уйдешь! Кретины! С несправедливостью можно бороться, но не так же. Надо пойти другим путем. Это плохо. Только кто-нибудь убери. Пострадает. Лучше-то уйду. Недавно совсем. Опять убийство. Этим размахивать нельзя. Кро, стража придет в ярость, если это увидит. Надо позвать на помощь. У него могут отнять эти игрушки. Да, миссия долговатая он будет. Он на драку нарывается. Вижу! Уничтожен! Глупая тварь! Я должен сказать Джонсону, что его чай вдруг взял и сам сгорел. Стоп! Кто-то за этим стоит.
и ты выяснишь, кто. А не сможешь, я тебя пристрелю и найду шапку умнее. Что будем делать? Сейчас узнаете. Так. В смысле, какую цель? Кто вы, черт возьми? Да! За что? У вас нет права грабить людей. Даже по указу парламента. Какой парламент? Я работаю на Уильяма Джонсона. Джонсона? Прикончите его без шума. Прошу. Кажется, люди вас слушают. Как там ваши вещи? Люди слушают меня, потому что я говорю правду. Что в тысячу раз дороже содержимого моего сундука. Пусть Томми им подавится. Вы справились. Я же обещал вам Эль, когда вы мне помогли. Взамен предлагаю свою верность. Пусть это и немного. Вы помогли мне. И я благодарен. Теперь мне надо найти Сэма Адамса. Ого. Понимаю. Так. Пятьдесят минут. Так, ну я думаю, тогда... На этом мы закончим. Такой вот был чайный переворот. Вот. Увидимся уже в следующей серии, когда мы продолжим. Вот. Так что с вами был Казуко Фэмили. Игрушка очень интересная. Всем до встречи. Всем удачи. Всем пока-пока.